летом есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Посылает, любя, Господь любит тебя и меня. Аллилуйя! Но он гордым противится, лишь смиренным дает благодать. Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение, 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 сердцу утешение, смирение, смирение, смирение. Посылает, любя, Господь любит тебя и меня. Аллилуйя! Но он гордым противится, лишь смиренным дает благодать. Господь гордым противится, а смиренным дает благодать. Смирение, кротость и терпение, смирение, 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 душе спасение. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лавровские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях гости из Минска, Свято-Елизаветинского монастыря, Лидия Андреева и Сергей Антонов. Здравствуйте. Очень необычная песня. Вот откуда она взялась? Вот расскажите. Да вот с нее все и началось. Да? Со смирения. Я как-то, вы знаете, ну, как говорится, каждый хочет иметь то, чего у него мало или вообще нет. Ну, а вот как раз смирение – это и есть то качество, которого у нас очень-очень в дефиците не хватает. И вот однажды я просто думаю, ну, почему вот Господь все-таки всего два слова-то сказал, чему научиться от Него? И вот я залезла в словарь Даля. Думаю, да что ж там определение какое-нибудь есть?
А там написано «Смирение, дому благословения, смирение, душе спасения». Думаю, хоть ты пой. Угу. И так внезапно она, вот за 5 минут родилась эта песня. И потом как-то так получилось, что я была в монастыре, покупала книги, и с монахиней одной разговорились мы. А потом она вышла и говорит: «Вот вы, наверное, грамотная, вы нам вот нужны такие». Ну, в общем, у нас есть такая монахиня Евпраксия, она... Молодец, через нее много приходит в монастырь. Отдел кадров. Да. Ну и как-то на собрании сестричеством я пришла, так послушай, как раз речь шла о смирении, там каждый высказывался, что это такое, я тоже читала «Три стадии смирения», все. Но потом я вышла и просто вот эту песню спела, и когда благословлялись, батюшка сказал: «Вам надо это записать». Я даже не поняла, на что записать, на тетрадку или на что. И потом подошли ко мне еще тоже наша вот регент Матья Линия, теперь она у нас... Говорит, что надо записать, но я отказалась. Я потом пришла, а дома мне муж сказал: «Ты непослушание проявила». Я говорю: «Ну, я не знаю даже, что мне уже за 60 было уже тогда». Я говорю: «Ты самая, ну...» А потом я сыну позвонила, вот, а он занимается этим. Я говорю: «Может быть, как-то...» Он говорит: «Я помогу, приезжай». И вот так вот первый диск и родился. Вот. На первом диске только мое, по-моему, вот это смирение... А в остальные я просто люблю исполнять. Я даже не думала писать никакие песни. А мне очень нравится вот то, что понравится мне, именно исполнять. Надо вот, же ложиться, исполнять, да, в своем каком-то вот видении. Вот. Ну, авторы не обижаются, ничего, слава богу. Вот. Ну, вот. Вы вот сказали, что у вас песенное послушание в монастыре, да? Да, у меня очень необычно. Сначала оно было в этом самом в издательстве, и там стихи какие-то я подбирала. А потом я говорю: «Какой стих, хоть ты пой». Они говорят: «Ну, запойте». Я спела, они говорят: «Так вам петь надо, они... не стихи там это подбирать». И так меня батюшка благословил на наш... У нас же рядом республиканская психиатрическая больница. И вот я во все отделения хожу. А сестры у нас там прикреплены, каждая к отделению. И они, значит, там с ними готовят вот, к этому, к исповеди, к причастию. Молебны там батюшки ходят у нас. Постоянно батюшки окормляют по очереди все вот нашу эту больницу психиатрическую. Ну и вот, а я уже, меня приглашают, вот, как они говорят: «Мы черный хлебушек, это белый», как-то они так выражаются. Ну, правда, вы знаете, очень, мне сейчас хоть книжку уже пиши, что я вижу, как реагирует человек, который, написано, казалось бы, да, никакой. Вот я пришла в геронтологическое отделение женское, они там сели, как дети друг у друга, это, ну, старушечки там, что-то такое. Потом уселись, вот начинаешь первую песню, заканчиваешь уже, смотришь, слезка у кого-то потекла, кто-то перекрестился. А тут еще женщину положили вообще, лежит ничком, мне так неудобно. Я говорю: «Я как-то так петь не могу». Ну, человек, не, санитарка говорит: «Не обращайте внимания», она ничего не слышит, ничего не видит и не реагирует. И когда я все закончила, и уже уходить, хоть ты перешагиваю, и она поднимает глаза. Вот, понимаете, взгляд запомнила, такой голубых глаз, не выцвевший к старости, такой яркий. И говорит: «Спасибо, что пришла, утешила». Вы знаете, санитарка села, а я пошла и кричит там: «Мария, вот она говорит тут чего-то». Я вышла, вы знаете, это было вот в моей жизни, наверное, самое для меня драгоценное, что вот от этой души я вот услышала такое. Потрясение. Понимаете, вот очень много таких вот случаев, которые, ну, мы еще, может, по ходу что вспомним, вернемся. Давайте спойте еще что-нибудь и поговорим еще дальше. Так, а что у нас? Рождество. А, я еще, вы знаете, вы, ну, знаете, Владимир Сабадан, митрополит киевский, который уже почил, да, он? Да, царство. Я у него стихотворение шло. Ну, о Рождестве, ну, вы знаете, сколько всего, всего прекрасного, радостного. А тут вот почему-то мне так, как бы, знаете, вот... на душу легло, что вот стих этот. И я написала песню. Ну и как бы там из одного куплетика сделала вроде как припев такой. Ну, мне она понравилась, я ее вот на третий альбом взяла. Так она называется. Сейчас я ее посмотрю. В яслях лежит ребенок, матери нежен лик. Слышат валы из просонок слабенький детский крик. Слышат валы из просонок слабенький детский крик. А где-то в белых Афинах философы среди колонн
спорят о первопричинах, утверждая новый закон. И толпы в театрах Рима, стеснившись по ступеням, рукоплещет неутомимо гладиаторам и слонам. А в яслях лежит ребенок, матери свят его лик. Слышат валы с просонок слабенький детский крик. Придет он не в блеске грома, не в славе побед земных. Он трости не переломит и голосом будет тих. Ни царей назовет он друзьями, ни князей призовет он в совет. С галилейскими рыбарями образует Новый Завет. Пока в яслях лежит ребенок, и матери нежен лик, слышат валы с просонок слабенький детский крик. Никого не отдаст он на муки, в оковы не закует, но сам распростерши руки, за грехи всего мира умрет. И могучим победным звоном легионов не дрогнет строй. К мироносицам тихим женам он воскресший придет зарей. Пока в яслях лежит ребенок, матери кроток лик, слышат валы с просонок слабенький детский крик. Слышат валы с просонок слабенький детский крик. Спасибо, Господи. Здорово. Хорошо у вас получается. Стих так такой еще живо. Пока все новое. Такое еще, может, где-то мы немножко ошибаемся. Это с третьего диска, уже с третьего альбома все песни. Ну, вот еще хотелось бы, знаете, что сказать о нашей же больнице. Когда-то я ходила мимо нее, так побаивалась, в автобусе они там едут, ну, всякие, да, болящие. А потом нас пригласили, очень я это люблю, когда в сельские храмы приглашают. Ну, конечно, батюшка, помню, даже боялся, там районный такой, ну, центр. Думает, а что он там петь будет, да, ну, не знает, тоже первый раз. Муж там окормлял, ну, храм этот, тоже настроился, храм новый. Вот, и в конце батюшка говорит, ну вот, приехала вот сестра милосердия из Минска, а так человек 150 в храме было, вот она вот нам что-то тут вот споет, ну и половина пошли к выходу, а половина сюда начали. А мне парень знакомый говорит, вы ж не признавайтесь, что вы в психиатрической больнице поете. И я думаю, ой, как хорошо. Вы знаете, вот я несу послушание в нашей республиканской психиатрической больнице, отделение наркология, наркомания, шизофрения, общее отделение, там глубокие депрессии. И вы знаете то, что я увидела, как по команде те, кто хотели уйти, они все вернулись. То есть каждая семья проходит через какие-то скорби, и эта больница нам отнюдь не чужда. Абсолютно. И там люди, порой поешь, смотришь, они еще и адекватнее нас. Поэтому вот я, например, дорожу своим послушанием вот этим. Господи. Вот такой вот был случай. Дай Бог силы и отцу Андрею, сестрам. Да, у нас сестрички ходят все тоже. Матушке Ефросинии. Так что когда приедете обратно, передавайте им низкий поклон от нас. Спасибо, Господи. Ксении тоже. Синицкий. Вот мы недавно были, концерт был, я специально ездил в памяти. А, когда Олегу памяти? Да, Олега Синицкого. И я был потрясен тем, чем я увидел, размахом. Потрясен, знаете, чем больше всего? Что в каждой детали, в каждом камешке, в каждом рисунке этого монастыря, который вот родился, недавно родился, но в каждом присутствует любовь. Видна забота. Вот, видно, что вложена, вот, душа вложена в это. Это чувствуется во всем. Дай Бог вот этому процветать.
Вот создать можно, удержать сложно, да? Да. Дай Бог, чтобы это держалось с Божьей помощью много лета. Нет, это просто здорово. Еще, вы знаете, я однажды выхожу со службы, а женщина какая-то так, ну, ко мне как-то так прибилась и говорит, ну, пойдемте вместе на автобус. А я говорю, а у меня тут 7 минут ходьбы, я живу. Она на меня посмотрела, какая вы счастливая. Вот так. Не ценишь то, что рядом. Там монастырь находится среди домов. Да. Ну, дома рядом прям. А я живу недалеко. Это мой по месту жительства храм. И послушание очень хорошо. Это необычайное явление у нас в нашем православном мире. И мне хотелось приехать, я всем говорил, что обязательно надо посетить, обязательно, посмотрите. Вот он для нас пример возрождения православия. И трудолюбие у нас. Вы еще не были, наверное, на подворье были? Был. На мужском все подворье. Видел. И женское у нас есть подворье. На женском не был. Женское подворье. Мужское, оно уже так, уже крепко стоит на ногах. Там же вот и лагерь сейчас пионерский. Приезжают даже из-за рубежа в лагерь. Пионерский, я сказала по старой памяти. Ну, лагерь для детей. Детский. Ну и что, может, у нас христианские пионеры. Вот. Ну, вот так что. Да. Ну, спойте еще что-нибудь. Хочется послушать. Давай. Мне бы хотелось, так как когда я вот нахожусь вот где-то, немножко вдали от своего храма, мне всегда вот песня вспоминается, которая называется «Окна моей церкви». Порою тяжело идти, и так слабеют ноги. Обидел кто-то, ты прости, не ссорьтесь на дороге. Обидел кто-то, ты прости, не ссорьтесь на дороге. Боль ушла, печали нет, все огни померкли. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. В чужой стране, в чужом краю, я так о ней скучаю, но лишь колени преклоню, Господь соединяет. Но лишь колени преклоню, Господь соединяет. Боль ушла, печали нет, все огни померкли, но горит небесный свет в окнах моей церкви. И горит небесный свет в окнах моей церкви. Когда устану на пути, когда надежды нет, мне ярко светит впереди любви Христовой свет. Мне ярко светит впереди любви Христовой свет. А боль уйдет, печаль пройдет, и все огни померкнут, но всегда надежды свет будет в окнах церкви. Но всегда спасенье свет будет в окнах церкви. Спасибо, Господи. Хорошо, когда такие образы, да, у человека. Это в Польше, когда я писала диск, искала церковь, потом все-таки нашла ее. И так мне было хорошо, что, думаю, нашла все-таки. И вот эту песню вспомнила, но это не моя песня. Я не помню, откуда ее взяла, и автора даже не знаю. Угу. Молитва.
Вот да. Мне бы хотелось, чтобы сейчас из третьего альбома прозвучала песня, которая называется «Молитва». Все мы эту молитву знаем. Вот я ходила 3 года. Меня преследовала, знаете, какая мысль? А как вот где-то, например, во времена Василия Великого пели «Достойно есть». Может, не так, как мы там в конце собрания встаем «Достойно есть якова истину». Очень хорошо. Но что-то хотелось что-то вот вложить такое, вот, знаете, чтобы сердце прямо вот так пело, что-то помедленнее, что ли, распевней. Ходила. Вот этот раз диск писала, когда третий. Да так вот она и родилась. Ну вот я хотела бы, чтобы ее... А, это акапелла, да? Прозвучала она, давайте. Да, вот. Мы перед образом твоим замрем в поклоне, Святая Мать Христа, бессмертного Царя, Защита наша, утешение, надежда, Незаходимая небесная заря. Достойна есть якова истину, блажен. Господи, видно, что вы всю душу вложили в эту мелодию. Так, теперь признавайтесь, у вас есть музыкальное образование? Ну, конечно, есть. Я в музыкальной школе работала. Работали? Угу. То есть, а заканчивали что? Ну, я, знаете как, родилась в ГУЛАГе. До образования, как вроде бы, там, вот опять же, Божье промысел. Врачи сказали, она не жилец, отбросили, там кто там будет. Папа был музыкант профессиональный. Три песни о Сталине поставил, одну о Ленине, там, ну, его на утро забрали. Ну, 37-й год. Ну, неважно. Факт тот, что вот, а Божья воля, наверное, была, чтобы мне вот жить столько, может быть, вот ради этого, вот что, ради этого послушания. Так что... Я работала, и поэтому меня приняли в Брестское музучилище. В России не приняли, сказали, надо только образование, а в Брестское взяли без образования меня музыкального. Я училась на дирижерское хоровое меня взяли, потом в музыкальной школе я работала, потом меня как-то нашли во мне такие более способности, чтобы музыкальную литературу, вот это вот все я стала вот, ну, вести. Потом закончила Высшую профсоюзную школу культуры в Ленинграде.
Сейчас уже не помню, чему там нас учили, но... Культуре. Культуре учили нас. Вот. И потом что-то вот все это, видите, думать, зачем мне что? А потом так в синтезе оно все пригодилось вот вместе для послушания. И потом вот мне сейчас дали еще в воскресной школе, родители приводят детей, угу. И мне дали предмет «Основы православной культуры» для родителей. Они ждут пока детишек. Угу. И мы там вот... Ну, чтобы их четверо... родители тоже были в курсе. А? Чтобы родители были в курсе, чему обучают их, да, детей. И они пока ждут, и вот четверо там, один ведет брат обзор Ветхого, другой Нового Завета, там еще монахиня что-то ведет. И вот мне такой предмет дали. Раз в месяц у меня получается. И самой зато учиться надо хорошо. Очень хорошо. Ну, вот у нас первая часть нашей передачи подошла к концу. Думаю, хорошо мы начали. Встретимся вот во второй части уже. Спасибо, Господи, за интересное пение, рассказ. Дорогие мои, передача «Лаврские встречи» подошла к концу. Мы с вами прощаемся. С вами был Анатолий Першин и наши гости из Минска, Лидия Андреева и Сергей Антонов. Спасибо, Господи, Божья помощь.